Всем привет! Хочу рассказать, как получить онлайн-приз в игре Fighting X-Layer. Ученый Гуги. Нужно активировать 15 Гуги в онлайне. То есть, заходите в ранговый матч, приз выполняется с другом. Ранговый матч. Самый легкий для выполнения Гуги это Агро, Джаггернаут, Шиноби, Инфинити и Миракл. То есть 15 разных гуги, это означает не 15 гуги, то что вот вы выбираете Миракл, Инфинити, нет. Гуги это отдельный квадратик, который нужно активировать. Лично по мне вот эти 5, они самые легкие. Я сам лично их выполнял, они действительно легкие. Выполнял я это с другом. Далее. Сейчас объясню, как активировать квадраты. Тут есть описание, но я постараюсь вам словами более внятно еще объяснить. Агро. Наносите самое главное. Последнее гуги, Миракл, проще всего выполнять за Каири. Так что проще играть за этого персонажа. Продолжаем. Агро. Наносите урон 40 единиц за одно комбо. То есть за Каири. Вперед-назад R1. Он делает спецприем из комбо, наносите удар, активируете Гуги. Выполнить две жесткие атаки. Если у вас жесткая атака стоит на L2, нажимаете два раза L2, активируете Гуги. Далее. Третье Гуги. Оставайтесь со здоровьем менее 50% в течение 6 секунд. Друг вам сносит почти все здоровье. Как только увидит, что у вас начинает квадратик заполняться, все. Ждете, она заполнилась, активировалась. Четвертое. Нужно дождаться, пока пройдет в игре 10 секунд. Ждете 10 секунд, гуги активировалась. И последнее. Атакуй противника 10 раз. Атакуете любой атакой друга 10 раз, активировалась гуги. Получается, за один матч вы активировали 5 гуги. И самое главное, одно и то же гуги агро активировать нельзя. Нужно активировать 5 разных. То есть, вот вы 5 активировали. Пойдемте дальше. Джаггернаут. Получи нокдаун 3 раза. Друг делает подсечку 3 раза, у вас активируются гуги. Выполни две жесткие атаки на противники. Также, если у вас жесткая атака стоит на L2, нажимайте L2 два раза, атакуйте противника, друга. Гуги активируются. Третье. Заполни одну секцию супериндикатора. Делается тоже легко. Друг становится в блок, вы его атакуете, заполняете одну полоску суперприема. Гуги активируются. Четвертое. Дождитесь, пока в игре пройдет 10 секунд. Ждете 10 секунд, активируется гуги. И пятое, также атакуй противника 10 раз. Атакуйте противника 10 раз, и гуги активируется. Далее. Шиноби. Избегай противника в течение 6 секунд. Просто ждете 6 секунд, вдруг вас не атакует, гуги активируется. Второе. Блокирует 20 атак. Жмете назад, блок. Ваш друг атакует вас 20 раз. Гуги активируется. Получи более 300 единиц урона. Здесь также. Друг вас бьет, у вас накапливается гуги. Выигрывает один раунд. Если я еще правильно понял, чтобы вас не обмануть. Короче, друг вас должен бить до тех пор, пока у вас не активируются гуги. Скажу так. Четвертое. Заполни одну секцию супериндикатора. Также атакуйте противника. Заполняете хотя бы одну полоску суперспецприема. Гуги активируется. Пятое. Дождитесь, пока в игре пройдет 10 секунд. Ждете 10 секунд. Активируются гуги. Далее. Инфинити. Израсходуй 10 блоков супериндикатора.
Здесь вам надо очень быстро активировать все три гуги на ускорение заполнения супериндикатора. Атакуйте друга 10 раз. У вас ускоряется наполнение супериндикатора на 30%. То есть тут вам уже надо вместе с другом играть. Активировали, друг становится в блок, вы его быстро бьете, заполняете две полоски супериндикатора, потом друг вас бьет, заполняет третью полоску, вы их быстро тратите, все три полоски, и точно так же повторяете. На все про все вам где-то потребуется 4 раунда. 3-4 раунда. И второе гуги. Становитесь в блок. Ваш друг вас атакует 20 раз. Активировали гуги. И последнее. Миракл. Выполнен 25 особых атак при максимальном уровне супериндикатора. Здесь вам надо накопить полную полоску супериндикатора. И далее за Акири атаковать прием, когда он стреляет типа что-то огнем. Назад, вперед, квадрат. Далее, получи нокдаун 3 раза. Друг делает подсечку 3 раза, активируйте гуги. Далее, отбери у противника 99 единиц супериндикатора. Это гуги сразу активируется после того, как вы набрали всю полоску супериндикатора и атаковали противника. Назад, вперед, квадратом. Особая атака называется. Далее, выполни восстановление 5 раз. То есть, друг делает подсечку, и во время падения вам надо нажать квадрат или крестик. Вы должны не упасть, а сразу встать. Получается, как бы только упали, сразу встали назад. И так 5 раз. И выполни 10 цепных комбо. Это легко делается. Нолик R2. Два удара, это одно комбо. 10 раз и активируйте гуги и получаете приз. Повторюсь, для меня это самые легкие гуги. Остальные я не пробовал и как бы вам тоже не советую. Всем, кому помог, всем спасибо. А, и еще повторюсь, не помню, говорил, нет, во время соединения будет появляться меню подтверждения боя. Если вас словило с другом, нажимаете «Да», играете бои, выполняете условия Гуги, я вам их озвучил, прочитал, я озвучил. Сделали, Гуги активировали, выходите, выбираете другое Гуги, также вас славливает, если вас словило вместе, нажимаю, там написан ник, нажимаете «Да», также активируете и до победного. Как только активируете 15-е Гуги, приз сразу падает. Повторюсь, Гуги это разные квадратики. Это не все 5 квадратов Гуги, а каждый квадратик отдельно это Гуги. Всем, кому помог, всем спасибо, всем пока.